Друзья, смотрите, какая ситуация. Мы с вами лишены той функции, которая доступна на Android устройствах и уже давно. Если это не встроенная функция, так это уже доступно в Play Market официальными приложениями, которыми мы можем вытащить пароли. А именно какие? Wi-Fi пароли и все те пароли от учетной записи, которые у нас есть на Android устройстве. На iPhone, к сожалению, этого нет. А что если я вам скажу, что на iPhone возможно это сделать с помощью программного обеспечения? Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. Я хочу вам порекомендовать очень классное программное обеспечение от компании PassFab. Это менеджер паролей именно для iOS устройств, то есть для iPhone, iPad, iPod Touch. То есть, как вы понимаете, мы можем с данной программой вытащить все Wi-Fi пароли, которые у нас есть, все пароли от нашей учетной записи, от Google учетной записи, не имеет значения. Просто мы можем это скопировать и вытащить нам на компьютер. С ним мы разбили экран телефона, и мы не можем выйти с учетной записи или вытащить еще какие-то пароли, зайти куда-то в какую-то социальную сеть. И просто нет возможности это сделать физически с данным устройством. Поэтому для этого нужно нам подключить такую вот программу к компьютеру. Вытаскиваем пароли, пользуемся. И в принципе в этом все и заключается волшебство. Давайте же приступим к ознакомлению данного ресурса, данного программного обеспечения. Перейдем на сайт, а потом уже с вами посмотрим на практике, как это делается. Итак, друзья, что с собой представляет программное обеспечение от компании PassFab? Как использовать iOS Password Manager? То есть, как видите, это доступно для Windows, macOS. Что нам нужно? Первый шаг, это, естественно, мы устанавливаем данное программное обеспечение, подключаем устройство к компьютеру, это будет iPhone или iPad, не имеет значения. Второй шаг, это просканировать на пароле имеющееся iOS устройство, возможно, придется подтвердить пароль, подтверждаете, если он у вас есть. Следующий, это применение, то есть, вот что у нас здесь пишется в примечании, если ваше устройство установлен пароль резервной копии iOS Password Manager, придется вам его ввести. Вводим пароль, дальше, дождитесь завершения анализа сканирования информации и так далее, и так далее. Третий шаг, найдите пароли для iOS, то есть дальше вам выйдет полностью весь список с вашими паролями от учетной записи, от каких-либо введенных, созданных на других сайтах и так далее, и так далее. Точно так же это касается Wi-Fi пароля, это очень удобно. Поэтому, когда мы с этим всем делом ознакомились, давайте же приступим к практике. Открываем наше ПО, подключаем наше устройство, нажимаем «Сканировать», «Подтверждаем». Нам нужно будет подтвердить пароль экрана. То есть мы подтверждаем экранный пароль для того, чтобы дать программе доступ к нашему устройству. И сейчас у нас идет сканирование. После того, как у нас пройдет сканирование, полностью всех паролей от Wi-Fi, от учетных записей, Apple ID и так далее, все пароли, которые у вас здесь будут, они будут доступны вам на ПК. Вы можете прекрасно посмотреть, какие были пароли Wi-Fi. Это именно то, что недоступно у нас на iOS устройствах. То есть, как мы знаем, или может вы не знаете, я вам скажу, у некоторых производителей Android есть уже встроенные программы, встроенный функционал, где покажут ранее введенные пароли Wi-Fi точек доступа. Ну вот, ребята, уже сканирование подходит к концу, и мы можем с вами видеть наглядный результат, то, что в кратком времени, пока я с вами общался, мы имеем уже желаемый результат с нашими данными. Итак, вот, друзья, как вы могли сами заметить, здесь ничего сложного нет. Все работает как часики, просто подключили, сделали копию, вытащили и все готово, в принципе. Все пошагово, доступно, понятно, как в описании написано черным по белому, так я вам практически это наглядно показал. Поэтому не забываем то, что есть 30% скидка по данному промокоду, который здесь вы сейчас видите. Также он закреплен в комментарии под видео, как ссылками, точно так же в описании. Используйте, качайте, пользуйтесь в кайф. Чтобы не пропустить мое новое видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте лайк. Скоро увидимся!